могут там в два раза отличаться. Ты заметил, что у нас игра стартанула? Нет. Что этот повелитель женских сердец молча все делает. Потому что вторая линия, как бы, надо деньги зарабатывать. Вы играйте. Ты что же там за услуги такие он оказывает? Нет. Не для... Ну как ты че? Не для детей. Я стою в ослепительно белых гольфах, абсолютно голый. Ему сейчас рассказывает, да? Подробности такие. Смотрите на своего мужа и посмотрите на меня, да? Да. О своих гольфиках рассказывает на голое тело, да? Начинается вот этот раздражитель, блядь. Ладно, я вам скидывал, да, у меня это заболевание, вы читали, нет? Как оно называется, когда... Какая-то фония там. Когда это, всеми отрядами на один пулемет натыкаешься и все, всех прижимает разом. Как это называется? Денис, а Денис? Пулеметофобия или что-то такое там? Пулеметофобия, это у тебя, кстати, по-моему, в последнее время. И эта фобия, британская херня-то, которая. Машинкофобия, да? И машинка, и все, что хочешь. Бритофобия, я бы вообще сказал. Я вообще поражаюсь, почему 4 стрелка просто не делают. Они, мне кажется, да, без всяких пулеметов, да, разматывают. Да. Мы уже видели эту историю, когда 4 стрелка разматывают вообще все. И они просто видят чей-то пулемет и стреляют в него. Бах, и нет пулемета. Зачем он там стоял, непонятно. И против кого самое главное, непонятно, он там был. Ты позвони на горячую линию тогда, вдруг у него там это, можно как сказать, ну, по рабочему каналу у него как услугу заказать, сколько, ну там, знаешь, сколько стоит? Арендовать его? Да. Ты думаешь, мы можем себе это позволить? Не, ну если бабки заплатили, все уже как танца есть, то почему нет, он же меня должен отрабатывать. Девушему задание рассказывать про Кох полчаса. Все, он обязан рассказывать. Сексуально рассказывать. Да, да, твоя самая. Я хотел. Да. Твоя самая сокровенная фантазия в кухне. Садомаза исключить. Я не люблю садомаза. Чтоб меня бриты насиловали, я не люблю. Чтоб я доминировал. Хорошо, удачно получилось. Так, ну когда уже кнопки надо нажимать, я не понял. Я вообще хотел бы размяться. Слушай, я тут неделю не нажимал, и тут что-то с компом запустил, и это. Ничего, даже не могу сориентироваться, что делать надо. Резко слишком. Не знаю, я вчера играл. И столкнулся с проблемой слабых, с психологически слабых союзников. Ты их словесно подавил, что ли? Как? Нет, их враги подавили, при том, что я держал одну звезду и топливо всю игру. И смещался в центр временами. А их двоих подавили, и они по очереди вышли. Они как-то расстроились. Денис, кстати, написал, что он сегодня не игрок. Так, а я что, раз-то не тут делал, да? Почему это? Давайте двигаться! Ты же любишь? Ну, да, нету. А че он тогда нажал старт? Или это ты сервер, и ты нажал старт? Нет. Ну да, он же вроде инвайтил. Не пугайся, не пугайся, детка.
Да, игра, конечно, сейчас будет шикарная. Нет, вот он зашел, все нормально. Жив еще пока. Я не понимаю, почему он молчит, живя в трехкомнатной квартире. Я понимаю, что ты настоишь, почему ты молчишь. Да потому что у меня же Оля, жена, подходила. Я тут телефон ремонтировал. Это так называется сейчас. Я хотел спросить, а почему нужно говорить имя жены? Ты боишься, что ты его забудешь или что какое-то другое назовешь? Оля, жена. Марина, любовница. Тоже надо проговаривать. Да, не буду. Да. Вообще нужно все вслух поговорить, чтобы... Денис. Он, наверное, себя называет. Я Денис. Там вообще все плохо, короче. Дэн опять свой миномет играет. Первый минимум там миномет вперед. Погнали. На большой карте, да? Ага. Это самое то, это прям пошел. Да. А кстати. А нет, я ошибся. Думаю, там опять американец со своими, блять, этими ладьями ебучими. Ну нет. Какой-то корявый совет. Я, кстати, вчера видел, как парень играет двумя снайперами, и мне показалось вполне себе. Он просто рядом со мной кушал. За какую раз туда двумя снайперами? За какую раз туда? Ну, за вермах. Ну, не знаю, я вроде встал на два патрона, а вы там чё, как, давай рассказывай. Ну я на топливе, но меня сейчас оттуда прогнали, а так как бежать далеко. Ну у нас в центре же есть топливо, поэтому нормально, да? Ну это я и занял в центре топливо. Хотя Денис тоже уже занимает, все вроде пока. Пока все удачно складывается. Получен доступ к улучшенному оружию. Там тоже походу делать то, потому что я вообще не вижу это. Одного, да? Активности. У меня обычно будет такие вещи, когда ты говоришь, потом нас дергивает жестко. Да. Сектор. Сейчас какой-нибудь крокодил выйдет. Угу. Ты мне там маякника надо будет, Сандер, выдвигат. Ну можешь уже смещаться, у нас звезда, там топливо горит. Ну, два. Ну что ты там на этих двух патронах встал, они тебе что дают? Ну, я могу, я гономаг заказал, и огнемет, все дела. Масса огнеметных. Че нет-то? Ладно, пошел в центр. Как скажешь. Ты же хотел сегодня покомандовать, подоминировать. Блин, поганые эти два экрана. Вот сейчас опять вправо скролл мышкой не работает. Ну как так? Че, почему не работает? Ну потому что оконный режим. Нужно делать Alt-Enter, чтобы он перешел в полный экран.
О, мне за спину зашли, это такая печаль. Если честно. Там беда, печаль. Плохо, они заняли топливо. Мы потеряли пулемет. Машина готова. У меня все грустно, если честно. Жесткий, я вообще корбела. Тебя опять пакетами взрывают? Да. Понял, я вроде два. Их два что ли бросаются? Я думал, три бросаются эти аптечки-то. Кстати, да, Денис, тебе, наверное, сейчас один совет будет вмещаться. Там три совета идеально. А че это как-то они обошли-то так? Интересно. Ты заметил? У нас новый бронеавтомобиль. Штрафники где-то зашкирились от меня. Не успела их поджечь там. Там пушка, если что, куда-то. О! И ты, Т-70. Как его не можешь, да, подбить? А где он, подожди? Сейчас попробую. Сейчас я тоже в него кину все, что есть. Так, ты мне что предлагаешь, типа, заказать? Пак? Нет. Ну, нас как-то так обходят, нехорошо. Блин, вот этот будет, да, вот этот. А я ухожу, короче, да. Видишь, что сейчас не будет пулемета. Причем это гранат, это даже не звук пакет. О, там пушка, смотри, что творит. Разведполет подготовлен. Ну почему так-то, я не понимаю. Что за долбоебизм? Это что там, Т-70 гоняет? Да. Типа надо уезжать, да? А что у нас сейчас будет, короче... Блять, я не понимаю, где что заказал мне. Куда у меня? Т-70 нас будет просто уничтожать, да? А мы пошли через вот эту херню. Через какую? Ну, я через ганомат. Ты, вернее, через ганомат, я через флаг, как бы, не через анти Т-70.
Давай пак скажу, короче. Пак тебе не поможет. Че ты за этим-то 70 больше по всей карте гонять? Ну, хотя бы на топливе бастаем. Я не помню, куда свои патроны слил, у меня даже аптечку нету. Как так-то? Аптечка у меня уже можешь полечиться. Фу, 2,7, 2,70. Да, я тебе про это и сказал, что что тебе пак даст. У техники можно укрыть корпуса. Враг хочет отбить у нас сектор. Мы найдем врагов и убьем их. Готовы к бою. Готовы к бою. Машина ждет приказов. Выходим вперед. Надо чуть-чуть по этому поводу. Думаешь, он тебе поможет? Ну что-то же надо сделать. А, я понял, куда я кликнул, блин. Я думаю, куда я потратил... Прикинь, хотел бункер построил, пошел заказывать и мискликнул, заказал этот миноискатель, представляешь? Такой вообще краб. Жесткий, конечно. Блять. Ну как так-то опять прижимает? Ну что за говно? Вот два отряда прижатых. Полностью. Там, короче, пушка тебя отгоняет, да? О, красота, блядь. Пизда моего пулемета, блядь. Или Т-70. Блять, сел пак в дом. Нахуй, блядь, этот какого. Не пак. И вы оба в гономате, блядь. Резонеры у меня вообще не живут. Просто чуваки баташи кинули гранаты. Я нажимаю отойти, и они не успевают просто выйти из гранат. Я даже не понимаю, Тена спасает или нет их. По идее, если ты нажал вовремя, ты у них же там типа повышенный армор. Это пизда, да? Понятно. Он там просто вовремя пополнился. Пак. Ой, чуть не бросил. Враг нанес нам удар. Ну где ваншот? Одного, одна граната, один умер. Т-34 приехал! Кучение, что... Кроме Т-70 можно сетов ничего не строить, да, когда ты играешь. Прямо что-то он это от первого фауста колеса сдувается. Готовы, пора убираться отсюда.
Они по ходу дела чё пошли в колпаки вначале, раз мы их нигде не видели, а потом как эти... Не знаю. Я бы не сказал, что они пошли в колпаки. Ну а чё, почему мы в одном раз и выиграли-то 70, у нас ничего нету? Потому что у них был бенз. А ты 70, у меня же... Ну как, они же не-то бенз, кто? Они же Денис его не особо держал. Что прям сказать, что прям он его держал там. Я не понимаю, почему, блять, он из дома не стреляет. О, стрельнул. Блять, Пукхен, но я же нажал выход, он даже не пытается, сука, выйти из него. У нас осталось 300 очков. Я вот не знаю, что делать тогда. 34, вот это да. Противник наносит нам ущерб. Подними вон пак, или я его сейчас подниму. Так подними. Я тут покушу, блин. Так интересно, мы вначале бежали топливо. Били за их. У них 4, у нас уж нет. Почему так? Я вот никто не тратил топливо. А БТР, гарантия. Хотя нет, да, вот гонял, только хотел сказать. Вы, блядь, настроили всякой залупу, которая Т-70 вас отогнала. А потом удивляетесь. Ну я БТР, он Т-70. Почему у него танк? Ну, почему нет танка? Нет. Ну даже если я закажу, у меня нет на пандаж. Потому что потом они уже держали два топлива. И Т-70, ой, Т-34 не такой уж и дорогой танк по топливу. Это же 76-я приехала. Вот сейчас только 85-ка-то приехала. Что пока сейчас не построим какой-нибудь сковородку или тому подобное, ничего не будет, к счастью. Это 34, 85. Ну, я и сказал 85, только сейчас приехал. Где мой пак? У нас новый отряд гренадеров. У нас есть приказ. Забери! Блять, Серега, что ты стоишь-то? Г-42 к бою готов. Пак ожидает приказов. А что Серега должен сделать? На фронт командные танки Панцер 4. Что за штат охуеть? Еще в прошлый раз, там, ну, несколько игр назад, Денис говорил, блять, чё мы от Т-70 страдаем, и брал генерала с пулей. Я не брал генерала с пулей. Да не ты. А чё, я же нажал, да, почему? Кто еще сопротивляется? Это повстанческая армия. Тора отогнала от орды Т-34 или не отогнала, сейчас тоже сдаст. Что-то они меня окружают, Т-34, да.
Зион не сдается. Ладно. Нет, так нет. Че лучше, короче, штук или панзер? Как вы считаете? Я считаю, что при наличии столько и пупхенов штук, лучше штук. Выходи к хуям, блядь. Вчера ты, красавчик, что-то там где-то отсутствовал час, короче, игры, а сейчас тут командуешь. Давай лучше иди за это, за патронами. Блин, никто не успевает отъехать, как так. Штук 3 доставлен. Немножечко бы мне еще топлива. Вот граната, блядь. Бросаю гранаты. Ни одного не убивает. Просто отряд. Значит, и все. Но никого не убивает, блядь. Че, где у вас там такие ваншоты, блядь? Откуда? Чисто по очкам проиграем, так-то могли бы. О, штук-то чё там? Я вполне не знаю, почему он... Ну ладно, они рассказывали, что он поехал. Там ещё, понимаешь, стоит два пака и один пухен, и они вообще ничего не теряют. Я тебе говорю, там, скорее всего, невозможно по топливу. Сейчас. Наша база атакована. Ну, может, посты, ну вообще два топлива это тоже как бы решает, нет? Врада успела забрать это. Все потому, что Серега играл вермахтом. Я с тобой солидарен полностью. Хотя я считаю, что он вермахтом играет. Мне кажется, нужно понимать еще, что если карта большая, то не нужен ни ганамаг, блядь. Домов нет, вы ганамаг строите. Не нужен, блядь, флаг, домов нет там. Ну, особо им тоже этим флагом. Нужно, блядь, сразу идти в какую-то залупу, типа вот пуму или... И твою пуму также 3 Т-34 закруживают. Тут разница в чем? Т-34 может быть. Но нас не Т-34 поработили, а Т-70, которые нас прогнали и заняли топливо. Возьми запад. Откуда этот голос? Я, по-моему, не было в игре, да, Иван? Это голос совести твоей.
Вы что намекаете, что мне... Почему вермахт там нельзя играть? Я, мы ничего не намекаем. Я сейчас говорим... вам за это огненного возьму. Бери. Все от карты зависит. Сейчас бы командирская пантера порешала бы всю игру бы. Затащила. Пятизвездная. У нас же проблемы-то не 170 начались, а просто у нас стояло, три пулемета стояло в центре и тучи пехоты. Пришли просто штрафники, накидали пакет в каждого пехотинца, в каждого пулемета, все, все взорвалось. Кто-то мне рассказывал байки, что за всю историю у тебя еще один пакет не взорвался. Вот ты грамм, ну, все пакеты взорвались. Это потому что я, во-первых, пулемет потерял только, а не пехоту. А это твой был, когда сказал, у меня там был пулемет. Да, это я сказал. И я воевал в другой точке. И эти люди учили меня уворачиваться от взрыв пакетов. Стоп, стоп, стоп. Ты теряешь пехоту, а не пулеметы сложнее, но тоже можно не терять. Ты делаешь, что пулемету... Как раз таки пулемету больше позыва нажать Т заранее, потому что ты понимаешь, что ты ее точно не сможешь отбежать. Пехота в полной надежде, что... Он кинул, ты отходишь. Получается, ты этого ждешь, как бы, чтобы не убежать. Он кидает, ты отходишь, и он все равно взрывается. Класс. Так что риска-то больше, как раз пехотинцев пакеты потерять. Потому что ты самоувереннее себя чувствуешь. Тоже абсурдно от каждого броска шороха Т нажимать. Просто парадоксально получается, в присутствии штрафника нельзя пулемету разложенным стоять, потому что взрыв пакет, да, полетит. Ты должен постоянно им ходить. И в то же время единственный способ остановить штрафников, это должен быть пулемет где-то стоять. Замкнутый круг получается. Пехоты ты не можешь один воевать в лоб. Пулемет не может стоять. Никто ничего не может делать. Классно вообще. Устроили совет. Надо играть за советы, и мы поймем, что все не так просто. Ну, играл, да, там в основе. Шило, что они дорогие. И их все посаживаешь на личку. Потом нажимаешь РРР. А тебе говорят, а нету. Бабосы, бабосы. Подожди, друг. Не торопись. Да, да, да. У тебя 4 штрафника. Иди покури. Ну я вот играл, я не понял. Я вообще не понял, что штрафника не убил в этой игре. Такое ощущение, что они вообще урон не носят. А когда ты играешь штрафниками, кто-то там откуда-то из темноты стрельнул, сразу минус модели. Хер помнишь. Что, Дэн опять с нами не разговаривает, да?
Похоже, да? Обиделся не тебя? Да нет, я здесь просто телефон свой монтирую. У меня кнопка Touch 1 на iPhone, блядь, заглючила. Я боюсь, что ты только не делаешь вот во время игры. О, я тоже уже начинаю думать, что ты как бы что угодно, только не играешь. И с женой там что-то, и... Саблю что-то точит там. Блин, да. Портянки заматывает. Какой, блядь, iPhone вообще? Забудь это слово iPhone, все, нет этого телефона. Сдулись они, все. Ты еще скажи, экран, да, меняешь? Что ты там делаешь с ним? Нет, да я экран уже поменял. Кнопка Touch ID. Что тянешь? Кнопка Touch ID, распознавание, которое делает. Басы прокачиваешь? В смысле, ты при своих бабосах, у тебя все еще такой старый iPhone, у тебя нету Face ID? Нету. Фу, таким быть вообще. Фу, лошара, да? Лошара, бичара, бомжара. Выбирай. Даже у студентов есть нормальный фон. Думаешь? Так, ладно. Надо и поиграть, да. В прошлый раз так. Серега, ты же сказал, хочу поразмяться. Ну вот, получи. Да что, ёб твою мать, с этой игрой? Почему ее нужно разворачивать? Да на весь экран, ёбаный пиздос. А ты что, играешь в окошко, что ли? Ну, да. Ты говоришь, у тебя глюк, что он перестает кролить, да? Просто у меня в оконном не бывает такого глюка. У меня вот сейчас было, что если нажать на солдата, у него подсказка не три строчки, а первая, а две экраном сдвинуто вниз, блядь. Пока я не нажал Alt-Enter и не скроллит при этом. Это из Alt-Tab что-то происходит. Я Alt-Tab-лю же на ютубчик, пока ищется. Ну, смотрите в автоголах. В ютубе нет голых дела. Чё? Не выдумывай давай. Запустился наконец. Я думал, я его совсем добил уже. Но нет. Чё? Да телефон, это... думал, вообще сломал. Нет, запустился. Пришлось всякий шлейф поменять. Зачем? Зачем такие нужны вот головные боли? Зачем? Жизнь, она, если нет страдания, то это не жизнь, понимаешь? Ага, я понял, да, баба. Действительно, что это? Вообще подходишь к этому чему. Снайпер. Короче, где там кнопка «Заканчиваем игру», блядь? Сука, блядь, нормально же я играл в Divinity. Чё я повелся на вашу хуйню, блядь? Вот и снайпер твой. У кого? У мудака. Да брось, всё под контролем. Ну ладно. Я вон уже полчаса тут тебе перекрыл им кислород. Я вижу, я подхожу, я подхожу, подхожу. Кстати, там очень пригодился этот самый снайпер. Иду. По пулемету, да, ты имеешь в виду? Да, да, да. Уже работаем, пацаны, уже работают. Перекладывать. Давай, давай, наступаем. Ты вообще заметил, что, блять, у нас топливо не качается из-за того, что мы не заняли одну из двух точек? Я только хотел мне это. Спасибо вам сказать за топливо. А чё там, снайпер-то где? Ты смотри просто, чтоб миномёт туда не шмальнул. Инженеров, 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 стреляй. Я в них стреляю, да. Уже не надо в инженера.
Блин, у американца не забрали, ладно. Там сзади. Что-то там война идет за какой-то пятачок непонятно. Ну это на по принципу ни себе, ни людям. Тоже неплохо. Причем против двоих воюют паря-то. Не то, что мы с тобой, блядь. Не то, что мы с тобой против двоих. Как так? Он против двоих, и мы против двоих. Блять, их что, четверо? Там какой-то миномет пришел, непонятно. Ну, он так жестко меня раздает. Где-то я вам скажу. По секрету всему свету. Тоже, что за механика игры, блядь? Отряд из пяти человек, пулемет шмаляет по одному. Ложатся все, блядь. Вот здесь сидит пулемет. Я знаю. О, отряд мы взорвали. Как взорвал? Как ты, блядь, там его читировал как-то? Что там за машинка была? А, минометная. Да, минометная можно. Снайпер куда? Почему один снайпер ходит? Ничего не понимаю. Что, блядь, за смелый снайпер, блядь? Ах ты гад, бросил гранат. Как так-то? Блин, я забыл, что если по ТРС он гранатой может писать. И он приклеился, да? Кто там на басах-то вызывал? Ну чё, у меня есть по ТРС, почему я не могу кинуть? Ну, потому что у тебя нет штрафников. А? Как тебе такая тема? Охерели совсем. А, ебать. Пришел он в лоб и кинул, я не понимаю. И Ганамак даже не бежал же ведь.
Ты чё там, где там этот злоебучий снайпер тоже, блядь? Толк-то будет от него, нет? Гономак, флаг осторожно. Интересно, что там постреливают на него. Я вообще ему еду, если чё, кстати. Совсем. Ладно, хорошо. Потому что я уже не могу его контролировать. Воюет я в другом месте. Ну ты хотя бы пользуй-то хоть слева, хоть справа. Получи от этого. Че там вам долго еще за свое топливо? О, война бля, большая. Бля, все, бля, это все. Дома уничтожают целые. Помогу с вами, бим дал. Вообще нормалек. Сейчас у него еще свой перезарядится, и вообще будет нормально. И он уедет, бля. Заебись. Хорошо получилось удачно. Парень не ожидал по-любому. Все проебали полимеры, Серега. Так что вся надега на тебя. Вообще себя ведь. Чем помочь-то я могу хоть высказать? Нет, просто топливо держи и все. Пантерн, ты че размечтался на 12-го левела? Пакет взорвался, даже я что-то не видел. Как так-то надо? А, вот так они нахуй кидают. Все, я понял примерно. Он горит. Такие вот секреты мастерства у них. Не знал, да, об этом? Готовится
Как я, представляешь, просмотрел прям кучу меня в кинули пакет, я не знаю, я не мог не увидеть отчет. В этой жизни столько всякого дерьма вообще. Все заминировали, пидоры, все заминировали. Даже пройти негде. Даже невозможно пройти честному человеку. О, 120 не работает. Просто. Фу, веки я халяву словил. Ну ладно, баланс. Тут 20 вообще страшно. От самого звука даже, по-моему, страшно. Вайпит отряды просто один за одним. Если не отходишь. Домой поехал 120. Это вообще хорошо, что он домой поехал. В смысле, к нам домой? А это не 120-й, Серега, был. Это обычный миномет. Не-не-не, был где-то. По звуку же, что он бабах. Я не слышу, не такой. Вижу, где, скажи мне, где он. Я скажу, ладно. Ты чисто сходил сюда помочь мне, чтобы забрать его? Да, че? Че, плохо что ли? Да нет, нормально. У меня просто центр немного это под ну все уже подзанят. Я думаю, почему бы не сходить. Там вот миномет меня напрягает. Все нормально. Ну он с такой галочкой, это же 120 должен быть, то ли описание что ли неправильно? Нет, ПМ 140. Вот обычный миномет, он без галочки сверху. На иконке даже. Не знаю, они просто большие визуальные все. А я не понял, что у меня за значок на метку бросили. А, это мне против. Уезжай, ты чё? Я не видел, что там сзади. С воздухными колесами. Мне в отряд просто тыкнули, что его заберут сейчас, что ли? Да. Их заберут, отряд. Ух ты. Че, обычная пехота, получается, панзер меня даже не дала пострелять, поэтому классно. Ну, это не совсем обычная пехота, что же ты начал? Ну а кто? У меня там у них пулемет на американской пехоте, который мне панзер, короче, засувало. Так ведь обычно и бывает, когда по борзому ездишь. Так плохо-то все было тупо из-за того, что в спину зашли, меня даже не увидел враги. Ну, вот, ты не увидел. Последний
Че, возьмите свое топливо, нет? Или там много? Мы, мне кажется, мы даже уже и не пробуем. Сушка приехала, как приехала, так и уехала, блин. Стюарт сейчас у меня нахуй умрет. Ни одного 120-го я не увидел. Все ПМ-38 называют. То, что у тебя у страха глаза велики. Ну, судя по лупяжу, так. Хотя даже моделька 120-го, может он так и называется 120-й ПМ-38? Нет, 120-й миномет ПМ-38, все правильно. А, ну да, все правильно, да. А тут другому, видимо, как называют. Нет, так значит у меня тоже 120-й, да, у меня тоже 120-й, я выбрал. Видишь, у него внизу пимка такая. У обычного нету округлого. Где, у кого пимка? А-а-а, все понял, чем. Что-то флаг собирается сбивать кому-то. Как это? Чё, ты рассказывай? Ему на топливо не нужно взять. Я пошел его занимать, а наш только что было. Кто там стоит? Стоит? Какие виды юнитов? Инженеры, да? Да. Хватит пазика, что инженеров? Ну, блядь, наверное, хватит. Я не знаю. Думаю, что без проблем ты этим займешься, делаешь. Потому что я решил туда пантеру отправить, как бы, на помощь. Потому что хуй его знает, может быть, блядь, он не поможет. Может поможет, может не поможет, да? Да, да, да. Так, блядь, пазик-то может один не справится. Вот. Если будет еще пантера с ним, то, блядь, я думаю, помог, вообще нормально. Я думаю, может быть, еще пару арты построить, блядь. Это же как-то хуёво надолго. Блядь, я взял артового генерала, и он. А базуку ни у кого забрали? У Серёги по-любому. Не, я не справил. Бах! Ваншот, красота, да? Ну не ваншот, конечно, там три модельки были. О, нормально. Ты видел этот сейчас прикол? Двухзвездный панцер просто лопнул, блин. Неужели он на эти? Нет, не убьет. Мы потеряли средний танк. Еду к нему пантерами, он уезжает от меня в пиле. Какая-то аллергия на панзеры, почему я их теряю так беспонтово-то? Просто ПТРС опять перепучку бросил. Так это имба, блин, с этой липучкой.
Ну такая уж имба. Дело в том, что я вот вижу, он прям бежит к танку. И я просто пехотой тихо пушу, и он рассыпается. О, пожалуйста, ну мимо, все мимо. Поиграл в пазики, называется. Не могу даже засейвить их. Опять играть. Поехали, блядь, меня убивать. Сковорода. Ну нахуй, 120-миллиметровый минут, все же, да, красава. Дениса, поставь вот здесь... бункер на пополнение пехоты. У тебя же, наверное, много ресурсов. Зачем я тут, блядь? Мою пантеру пытаются чекануть, блядь. Сука, побил, блядь. Серега, накажешь там, пидор? Нет. Мне придется, блядь, наказать, нахуй. Что такое распиздец? Охуеть, они просто меня, блядь, мою пантеру в моем разгрузили, блядь. Скоро болот по болоту не может проехать. Сань, какой что надо где построить пополняющийся бункер? Да уже не видно. Ага, ну ладно, да. Раз не надо, так надо. Сковорода сейчас, блядь, этот взрыв пакета умрет. Да пульни ее, пожалуйста, по-братски. Т-34 будем делать? В себе ну, ты можешь забрать? Забери, я не могу. Я бы забрал, мне он нравится. Я не знаю, ты чё убил так много? Чё, блядь, задавил, что ли? Дед, блядь, как можно было задавить два отряда, блядь, вниз? Забрал себе это говнище. Где тебе построить бункер для пополнения? У арты! А, понял, сейчас построю. Все, стоп, нажми ему.
Изуток в центре возьмите. Нахуй нам нужно, блядь, там Т-34 чинится, ты чё? Такого же мнения. Это важнее. Просто рта забрала. Ага, снова у кем, да? Сейчас еще одна заберет у меня. А я никак не могу набить этот. Это же этот, как он, секстон, да, бил? Да. Жестко, когда очень сильно меркнул, мне кажется. Да он так же бьет, как рта, вот так же. О, прокачанный у нас 15 забрала, конечно, она жесткая, несправедливая. Ну, блядь, он так кто-то 4 задавил, два отряда просто на халяву. Два отряда двузвездочных, это что за хуйня такая? Ну, проебали, блядь, что-то у меня вообще зашли, блядь, какие-то. Что ты сейчас, там, чем у меня? А, ну давай. Вон там базуки сейчас мои подняли, как раз дави их хоть, блядь. Вот эту машинку задавили, а? Взять и убить, блядь, меня, два отряда, просто наехал на них на два отряда и все. Че за хуйня, как так могло быть? Ой, блядь, два отряда прокачаны, блядь, давит один тупич. С одного наезда. Это же пиздец какой-то. Нету разведки, Сань. Какая у меня арта, какая у меня. Да есть у меня. Может, куда-нибудь дашь? Пиздец, тут танков я ебу, бля. В центре. Я всех свои танки поебал. Прям все, у него так много их? Ну два еще, до этого один или два. Блять, при том, что они-то нихуя не теряют. Ладно, как стоит. Кто? А, сковороды там, конечно. Сюда убегаем. Кто под обстрелом? А, арта моя под обстрелом. Там Т-34 его задачно еще передники ездят. Пугает мой нахуй, пацанов. О, я хоть Тексан сейчас один заберу. Ну? Есть. Забрал? Да. Продолжайте атаку! У них всего 50 очков! Я вот понял, готов! Пойду первым.
Минус фук хер. Зараза. Сковорода, сковорода, хорошая сковорода. Что ты будешь делать, а? Нас может завалиться давай. Да все, говноеды какие-то попались. Ну, пока не мали. Говноеды, которые нас только что чуть не прокинули. Который у меня пазик один за одним щелкали. У меня арта, наверное, набила больше всех урона. Ты звезды была. У меня тоже, блядь, пазик лопнул, так что я даже не успел сказать ой. Ну так вы, конечно, вы долго говорите его. С артфилами какими-то я попал, я в команду, ну, капец просто. С кем? Как тебе там починка телефона? Сейчас вот закрепляю шлейф, который держит аккумулятор. Ну, то есть ты одной рукой не жал на бок? Нет. Денис, ты смотри, дэмэджа нанес. Прям дэмэдж. Да это всегда, когда арту играешь, на вся стопанулся. Там, блядь, тужишься, чтобы ее построить, тужишься, потом стреляешь. Я построил пульс. У меня знаешь, сколько арта нанесла? 382. Ну, это нормально, средний. По больнице. А пупхен 10 тысяч. Пазик 4. Один пазик 4, две пантеры 3,5, блять. Это пазик даже 5, если с учетом по пехоте. Ёб твою мать. Пупхен, короче, у меня молодец, напулял. Там просто еще. Элефант было бы все выровнено. Ну просто на этой карте. На этой карте элефант не очень. Да, я с тобой согласен. Пупхен, короче, у меня молодец. Но Т-4, 3, 2 отряда заехал, задавил за раз, просто подъехав к ним, это я вообще, конечно, охерел, блядь. При том, что отряды-то были не однозвездочные. Как мы еще выиграли без разведки, непонятно. Я артой вообще вслепую бил. На выход из базы моих. Ну, кстати, Т-71 пытался мне что-то показать. Он, блядь, наехал на два отряда с базуками и сразу сдох.
Я вообще даже не могу проанализировать, почему я зарекаюсь не терять пазики и просто... И теряю, да? Да. В чем, блин, у меня, кстати, почему... в этой игре была мысль построить 5 пазиков, но почему-то пантеры меня все же потом победили. Хотя пантеры не решили ничего вообще потом. Порешали-то пупхены в итоге. Типа ты чисто в голове к сковороде включаешь ограничения. Типа она, короче, не проедет, я не буду ей ездить. И из-за этого она это всегда бьет кто-то из тумана. Пазиком... Стоит на месте и напуливает. Да-да-да. Пазик надо, блядь. Приключений мало, надо поехать. Надо. Пазик, он вообще могучий, понимаешь? Он может и пехоту, и, блядь, и танки, и вообще он быстрый, блядь. Он охуительный. Ой, а где пазик? Когда рассказываешь все преимущества, он уже отдувает. Да-да, у меня так же было. Какой он блестящий, новенький, только номера получил. Бля, почему номер-то валяется погнутый отдельно? Номер есть, пазика нет. Это надо с учета снимать его, там объяснить, написать, почему, блядь, номером пришел кривым. Скажешь, там гранаты забросили, скажут, пиши объяснительно, кто там. Просто сказать, что это, блядь. Приметы особые. Угнали. Да нет, вот просто проще сказать, что списываю по это, утилизирую. Кстати, опять три совета, это не они же? ДНГ. Это блядь, который она в это, первую игру? Прописали тэшками. По клизму прописали нам. Понятно. Я не знаю, как ты собрался 5 пазиков строить. Во-первых, лимита не хватит. Ты не теряешь пехоты первые, там 3-4 отряда. Хену, там, пулемета. Там у тебя 3 пазика максимум в лимит пазик. Ну, теряешь отряды, да? Ты же видел в 3-3-4-4 один просто... Ну, это первый аргумент. Второй, то, что там... так бензин медленно копится, что это на 5 пазиков. Полтора часа игры надо играть. У меня две, я в этой игре 2 пантеры выехал, или 3. И они просто там. Кто такие ДГМы, блин? Ну это ДЦП только как бы, видимо, не по-русски. А чем, блядь, тебя эта мысль посетила? Как-то надо оскорбить, но как не знаю, блядь, поэтому ДЦП, блядь. На этой карте, блядь, без разговоров элефант. Да, уже взял. Элефант и ягнил, да? Я уже подумал. Вот, что за хуйня? Опять у меня вниз не скроллит, и опять, блядь, что за ебаная игра? Почему он делает окно-то? Я же уже сделал на все. А ты этот, как там, строку ты прописываешь, да, которая? Да, твоя командная. Так он и поэтому и делает окно. Як тигр? Нет, наверное, не знаю. Может, арта? Я беру тогда его. Бери! Я просто хочу еще это покидать повышенный урон полевому офицеру. Ой, бери. Попробовать, что за... Но с тебя тогда разведка. Ну, хезе. Ну как же, панцерфузелеры и одна звезда, давай вперед, разведка. Ну, ты же еще не потерять их. Блять. Не представляешь, как тяжело. Представляю. Вы совсем не простужены. Вот и нет, блядь. Что-то они где все-то? Они даже вот еще. А, вот он. В центре сводится. Они, может быть, кулак копят, прежде чем напасть. А может они, блядь, ставят ебаные эти? Может. Ты, кстати, правильно сказываешь, может быть, они сразу ставят, ебаные эти. И у них еще ничего нету, блин? Да.
Но у нас будет два топлива, так что что тут? Но они кучкуются, ты правильно говоришь, не хотят воевать один на один отряд, хотят именно только в численном преимуществе. Да, подожди, Серега, не воюй там с ними. Стой, я сейчас сзади подойду. Сейчас топливо захочу, подойду. И тоже пойдем по численному преимуществу. Ну, не видишь, машинка сзади. Давай, 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 сейчас мы ее все зарулим. Сзади заходит еще. Давай, 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 давай. Много их там, Дэн. Да я вижу, что-то дохуялось. Они тут. Короче, я отступил. На зеленку, может? Ты всеми отступил? Ставь зеленку, стой, жди меня. Да, ставь уже. Давай к дому. Пошли к дому, к дому стоим. А машину кто-то добили, да? Я пока играю по Серегиной стратегии, ни себе, ни людям не целуются. Ты хоть похвастаешься, но у них нет топлива, да, ты имеешь в виду? У них нет топлива, да. Хорошо. Вроде бы эта точка его перерезала раньше. Да, перерезает, мама. Ну все, я ухожу. Теперь уже есть у них топливо. Может, колпачок? Или... Как считаешь? Надо мне такая... А, это твоего командира? Я могу за 40 кинуть повышенный урон отряду, поэтому будем в атаке кого-нибудь покусить. Такой опасный скилл. То есть ты 40 можешь потерять за даром. Это надо кого-нибудь, считаю, этого десантника, да? Или пропиливать. Или вот огнеметчика. И огнеметчика много чести, он так кисненький. Зато он умер. Да. Поднимай огнемет. Там пулемет в сраном доме, меня пережимал. Не будем его штурмовать? Не будем. По глазам вашим вижу, что не будем. Видишь, что мы все убежали? Мы все, я один твой отряд вижу. А, ну в смысле, что я понял, понял. Окей. Все, кого нет, те убежали. Снайпер, снайпер, снайпер. Камон. Оп. Нормально с этим, блин, оказывается. Пропиливается с командиром. Убил? Штрафника застрелил, все дела. Блять, злой ебучий пулемет. И снайпер у них еще. Вот, нет, нет, не убил. Я видел снайпера. Пулемет.
Я боюсь пулеметов. Их там, блин, два. Я не буду с пулеметом воевать, сори, парень. Я тоже. Мне кажется, пора собираться домой. По домам. Понимаешь? Д-43, конечно, вообще красава, блядь. О, я на пулемете потестил, смотрите, повышенный урон. И он, смотрите, смотрите, он стреляет, вообще. Убивается быстрее, чем новый сажается отряд. Вообще, смотри, как четко. За 40-то стоило же того. Даже... Мне что-то кажется, Серега, это не те парни, которые нас поработили. Те, мы же, я же запомнил. Я, короче, у них топливо под шумок забрал. Они планируют, наверное, выезд 170. Не, что-то миномет какой-то пошел, блять, нездоровый. Да долго я воевал, у меня на все по две модельки осталось у всех. Ну чё, я заказал пуму. Так что давайте любую легкую технику с толком. Ты тоже пуму заказал, и я в эту пуму иду. Такие боты. У меня генерал просто для пумы заточенный. Чем это он под пуму заточенный? Ну, я это... Долго пехота не бегаю, честно. Мне типа не нужна эта пушинка. Поехали, я покажу дорогу. Улетело, как хорошо. Я в сомнительное удовольствие эта пума, блядь, при наличии, при таком количестве ПТРСов, блядь. Так, ну так, ну, а вдруг опять бы Т-70 были бы нормально было. Может, куклу пойдем, попробуем на их топливо наломиться, раз у нас в центре ничего интересного не происходит. Не мешает, я пытаюсь. Вал пошел в центр, так, если что. Ну, тем более прямой пулемет. О, граната, все, сейчас давай пойдем, как что. Я еду до угла прямо. А он уезжает. А что-то у нас прям поражали-то, поражали, да? Так я и говорю, вы что-то, я не знаю, что там пошли, блядь. Ну давай возвращаемся, что такое дело. Ты что там сражался? Вот что сражался, я там, блядь, пять. О, зал прям в ПТРС выехал. Что слово? Саня, ты чё? Кто там учил не ездить на передовую? Нормально все, тихо, ПТРС нет. Ну уж такое для него уж страшно-то. Пару-то выстрелов выдержит. А вот здание сейчас я не потеряю. Он не каркает. Сейчас у него кулдаун перезарядится, кинет одну зарубку и все. Погнали!
Блять, эти парни вообще крутые, блядь. СГС-43. Так они туда навели на 7 минометы, да, на мое здание стрелять. Им сдалось здание это дурацкое. Ну да, но тебе уже, в принципе, не особо-то нужна пума есть. Не, так мне залп еще нужен был. Ну, блин, извиняйте, залпа не будет. Но они всеми отступают. 120-ка работала, оказывается. Да, вон они все силы заткнули. Снайпера бы вот тут поймать пункты, нет, по-моему, далеко. Там уже может... Пумы попробуй выйти. Сейчас, давай. Выйти может отряд, иначе снайпер его порешает. А там вон перехватить его. Денис его перехватывает, ну так тыкни в него. Я стреляю. Красава. Все, все. Все было под контролем. Где минометы поганые, скажите мне, тыкните пальцем. Все, они потеряли своего преимущества в снайпере. Я думаю, что пора сливать им. Скажите мне, где миномет у них есть? Нет, не скажете. Я могу разведку дать. Даю. Дай хоть куда-нибудь. Вот сюда даю разведку. Можем еще раз попробовать сходить на их топливо. Так вроде. Чтобы позаниматься чем-нибудь. Серега, не ходи дальше, оставь Пупхен, вот, блядь, в дом посади его или что, я не знаю. Зачем ты туда тащишь его? Блядь, кого? Он же невидимый. Понятно. На ком минометы? Я в них стрельнул. О, я тоже один номер. Дом, добить надо. Умы, подойди, стрельни на него просто издалека. Получится, нет? О, они тащат эту пушку, блядь, за панерскую. Ну что? Да не справа обходят теперь. Говорю, в дом стрельни разок, пумы. Вот это, блядь, стрельни. Ты видишь, мне в бок начала, вот видишь, стрелять это она, блядь, меня уничтожает, не знаю. Блять! Все, блять, я все, что прокачивал, потерял. Не, ну так по борзам уходить к нему упор, это тоже чревато. Сколько раз мы уже это обсуждали, что ему там. Надо знать какой-то предмет. Готовы.
Почему пулемет не стреляет от этого? Это говно. О, начал стрелять. Так, если будет свет, будет авианалет. Свет. Сюда два тогда. А зачем туда авианалет? Он большую площадь сейчас покажет. Покажет. Ну посади до своего человека. А, он там убьет у тебя доме. Ссать этих, я парней прокачаю. Там что, куда сброс дали? Самолет. Мы потеряли отряд пехоты. А хоть были где, скажите, где? Тут не могу. Сушка, я сейчас смотрю, ей дадим по его. Че, по-моему, убил сушку, ведь, по-моему, бывает такая использование небольшая. Егеря мои егеря. А нет, выжили. Егеря. У противника осталось 300 очков. Я тут все время должен быть кулдаун и сбросить. Да. Ничего не прохожу. Кидаю. Знаешь, почему не знаю? Потому что у меня он тоже есть. Я в центр кинул. Вообще невозможно играть по игру. Уму что ли вторую сделать? Да, я к тигру еще далеко. ДКТ. ДКТ здание надо разбить. Я к тигру, ты видишь, просто есть как у генерала. У меня уже есть КТ в недоступности. Блять, все в руне. А, у меня все равно нет лимита никакой, да? 20 дней за лимит аж. Под него.
у него есть пулемет, стоит плохо. Блин, сейчас пулемет за ваншотил. Работает там, ну как и Е. Он вообще нормально сжирает его сразу. Что там есть, нет света куда-нибудь? Не могу их не бросить. А, не, не надо, я забыл. Что-то пантера бессмертная какая-то. Эту пушку построить надо, ее убивать. Как скажешь. Убил, нет ее? Нет, их две выпили. А где вторая трава? Ну я попал, сейчас Серега добьет. Добьет или не добьет? Одну добьет уже точно. Залп осознанно поехал вперед. У меня? Да нету Дэна там. Вот он, блядь, поехал стрелять, ничего ты не стрелял почему-то. Где патроны забыл? Ух ты. Он так скользит по льду, конечно, капец. Пазик тоже. Ну там важнее поехал. И пупхина не стала. Ну что ты будет нежнее? Это было, конечно, прям ничего. Базу ездить не умею. Хотя, блин. Че, Серега, сколько звезд ты сбросил? Че, сколько? Звезд ты сбросил. Да? Уже достаточно быстро начал уезжать.
Что-то один какой-то настолчивый. Он КВ вызвал. Поэтому КВ не потеряет, будет 2. Какой КВ 2, что ли? Нужно переиграть, да, сказать, что ни о чем. Победили-то почему? Потому что в Москве, потому что Серега играл за Запад, вообще все нормально. Ну и что, что играл за Запад? Я думаю, это урон-то особо не выделилось. Понимаешь? Думаешь, урон не слаг. Давай посмотрим. У них 3/4 игры вообще ни одной техники не было, потом они резко пошли. Почему у них сушечки были, 3/4 были? Ну нет, там это на них пума, кстати. Ну, что-то хотел, так конечно. Саша не любит, не допускает на фронт, если ты с пума приезжаешь. Разворачивает обратно? Ну, нет, не допускает. Иди картошку пить, говорит. Пума. Т4-300 по технике нанесла. Картошку убила. Че, мы пошли сразу все в залпы, да, втроем? Мы начали залпами кидать их парней еще. Да. Мне кажется, мяза. Максимум высота для них. Почему? Ну, а что ты считаешь? Ну а что, помнишь, как мы играем против залпа? Как просто умираем. Боли, страдания. Там просто рандом начинается. Ты что-то не посмотрел, у тебя раз, нет 4 отрядов. Да, это все вместе залпы кидаем. Это правда, Катюша балуется таким. В фрагменте вообще это больно по одному, там по двум отрядам стреляет. Массово не может, по-моему, никого накрыть. Почему? Мне как придется тоже такой рандом, блин. Иногда хорошо выходит, иногда не очень. Там, видишь, площадь большая, но урон небольшой. Это чисто как бы по максимуму откусывать. Да, ты откусываешь, он бежит, опять пополняется, у него патронов нет. Ну, людской силы нет, он все тратится у него. Зато промазать невозможно на немецком. И у него, по-моему, дальность такая здоровенная. Thank you.
Как ты у Саши решил играть долг? Да, все, Саша за клетки ушел. Да нет, не рабыш. Накатить? Угу. Парни вообще ебанутые в Китае живут. Я знал, что он такие, блядь. Кто играет? Я говорю, нет, парни просто... Парни ебанутые, говорю, живут в Китае. А уже нашел себя к чему тебе. Че, Саша за пирожками не ушел, не вернулся, да? Да. Да что сейчас мы их поймаемся, как бы. Нету, видишь, что поет там что-то чопает. Кастрюли. Дальше мне. Гримит. Что-то карта какая-то поле, что ли, какое-то. Маленькое.
Мародеры прибыли! Мы готовы! Оружие в бой! Артур! Фальт! Стой на месте! Захватить и удержать этот район! Саня, что ты молчишь? За него комп играет, да? Да. У меня рядом сын спит. Я ж сегодня механику тест покликал в видео. Нашел от Logitech вообще практически пошел на аналогичной мембранке. Какая там К? Logitech 413. Но... не такие специфичные. Прям вау, отличие я не. А у тебя G413? Клава такая. Механика у друга. Напиши какая. Ты много на ней? Внимание! Для пехоты доступна тактика прорыва! Готов! Нахера играй за свой фланг, нахуй ты пошел туда? Не ходи туда, блядь! Я топливо хочу. Топливо. Что мы возьмем? Не надо туда ходить. Вы мне принесите капитан, что топливо наше, и это я не буду ходить. Вон топливо наше. Сейчас на диск пойдем, готовься. Сейчас пошла, да? Да, пойдем слева, сместись, пошли влево сместимся. Влево пошли к Саню, сместимся, поможем. На него пока же не нападают. Ну давай попробуем. Хотя бы на кустов сюда пострелять по нему. Ты же свой фланг-то бросил. Там же топливо не отбирает никто. Развезу забрали. Не было же его в этой игре. Куда он? Вот машинка там, машинка. Каш, что ли, был? Всякое может быть. А-а-а, все, я у меня это... Страшный брит. Я тогда пошел домой, раз он страшный. Что мне с ним делать? Кен, что ли, заказывать? Или ты, Саша, закажешь? Короче, я сам с ним разбираюсь, у тебя есть пауз, то есть не давай там дела, решай. Пошел ты. Офицер готов прибыть по вашему приказу. Тут давление на меня оказывает. Ну да, давай и там сам братан, старайся. Стараться, ладно. У меня тоже тут давление на меня оказывает, что я сделаю.
уверены ли, что панцерфузилеры готовы к бою? Прям, несмотря на потери, воевать до последнего бойца. Тебе помогает мой миномет, не бэбэй. Ты вообще-то как-то там совсем то, что не притирает уже. Ладно, ладно. Возьми там топливо, отбей. Саня там пока отбивается. Мой миномет ему немножко помогает. Все, я звук пробовал. Я говорю, Саня, не били там? Внизу. Но помощь не знаю. Че, Саня, давай, не отдавайся. Выкидывай это белый склад и убегай. Ты отбился все равно? Их че, там двое? Где двое? Твои предложения. Ты залы повешь, когда мне прижал. Бронетранспортер снабжения готов к развертыванию штаба. Охереть! 20 патронов, вот. Отлично. Бум-бум, ответь. Давай, Пумай, убивай. Всех убили, блядь, всех убили. В центре мне там не зашли тут сзади, блядь. Вы что-то вообще? Сейчас я пойду попробую этого девайса. Точнее. Там пулемет хотя уже. Убирай. Там, что убирай до всего? Не топливо, ничего, но хоть сами там выжил что-то. Это, блядь, это мне бы чего, блядь. Вперед,
Аккуратно, если зайди, сдай ему зажигалку, что мы были. Огонь им туда кинь, блядь, да и все. Что такое, блядь, тут закидалась, не такая стоит? Машину вот эту вот я буду бить как-нибудь. Что ты не хочешь ее пума добить? Ну, пума не моя, я не знаю. А, понял. Вообще молодцы, кто там придумал эту хуйню? Залп. Вообще, отказ. Командирская машина преобразована. От них отступил. Да, да из офицеров все убегают. Блядь, их еще миномет хотел бы прожить. Роток на него развивал. Окей, сюда. Взял, забрал. А где у меня такой танк-то, который забирает?
Там пушка аккуратно. Видишь, атака пацанов, бессмертные идут. Зика мированем к ним прям в лоб, блядь. Так базуки на самом деле очень больно стреляют. Давай опять пулеметчики вперед, дай отряд вперед, чтобы он просто постоял, да его принял на себя базуки гранатов. Как против дегенератов, знаешь, бывает. Он меня сейчас всех разбил, блядь. Там вот пацаны готовятся. По нашим данным, у противника сейчас 300 очков. Лёва, подведи пак, пожалуйста. Подвожу. Там сзади тут ПТ-шечка. Осторожно, там злые танки. Я вижу, 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 вижу. Зайди. Давай. Давай, давай, чтобы он не забрал. Машинка эта дурацкая.
Вот делать. Есть сюда не шмаганет. Бункер давай ставь, допустим, Саша, или будем до последнего воевать. Yeah. Не, ну давай сейчас ты хатуру, его на не отступили. Один сейчас, второй цвет отступит, я хочу посмотреть, что там у них. Вон там, видишь? Стой, подходи, подожди, потяжечку, подводи. Подводи, подводи, уеби, блядь, под этой четверку, он нас не видит, а ты бы не увидишь. Базучники, там, блядь, Серега, Серега, аккуратно, аккуратно, говорят, ты видишь там, пиздя это, блядь. Но потом нас нету, блядь, чтобы выебать хорошенько, поэтому пидорасник. Дайтесь, ну или будьте там, я сброшу авианалет, они все уйдут оттуда. Есть свет сегодня? А, вот дал, я уже туда разведку, дал разведку, уже туда летит. А твоя разведка слишком мала. Она большая, надо сплить всю карту, покажет. Я говорю, она слишком мала по времени, блядь, мои быстрее его. Заходите туда. А, ну все, уже. Когда твоих всех починят. Твой судьбе своим. А я, Сань, там твой налет долетал как бы. Никто ему ничего не показывал, да? Да, я же сказал. Твоя разведка говно для этого же идет. Я пошел отбивать то обратно. Я отступаю. Нужен пак сюда, надо пак сюда подвести, пак. Блять. Ух ты, там как много. Давай пехоту, давай быстрее.
Убежай, пойди, все бьет вам сам. Правда же там, блядь, что-то пушек до хера. Противника 100 очков! Сань, как там у тебя дела? Звезда моя. Погоди. Ардаш умоляет Вити заставляет их двигаться. Вон чё, ух. Пиздец, блядь. Что не выстрелил, то ваншот, блядь, а не плачь. Смотри, пацаны, кто бегут. Мимо, тебя, мимо. Мимо, КТ мимо. Катается. Что, чё там? Всё хорошо, блядь. КТ катается. Этаж маляется. Папки мутятся. Как там? Это заходит. Это что такое, блядь, тут? Он хотел закружить, что ли, то этот? Орудийный расчет потерян. Че это такие? Он уже уехал домой. О, машинку ходят сломали, блядь, слава богу. Ух ты ж, блядь. За пазиком. Нормально, так меня оставили без танков. Да, я только что испытал, что сковорода без прикрытия. Просто любыми тремя танчиками едешь и убиваешь. Противника всего 25 очков. Интересно. Дика была в конце битвы. Так, все, я поспать пошел. Угу. В общем, как обычно, мы одну игру разминаемся, сливаем, потом все выигрываем подряд. Что это так? Ты в первой игре телефон чинил. Ну, может думаешь, быть, да. Там. Думаешь, выиграли, да, эту игру? Чё говоришь? Думаешь, выиграли эту игру, да? А чё нет-то? Не приперло? 100 лимита. Да не, 100 лимита было. Я в центре вообще занял центр, там пулеметы, минометы все было. Я вообще крайне уверен, у меня КТР, ТАС, брос, пехота. Все стреляет, все попадает. Чё ты там кричал, что брит какой-то, а, все попало. Ну там брит, который сделал сразу 4 отряда стрелков. Страшно было. Ну да, а что там? Прям чуть не понесло, да? Нет, Серега, мне кажется, нам вот эти пазики так строить тоже. Довели бы с тобой. Знаешь, там. Если один пак вообще нормально раздавал там. Так, все, коллеги. Давайте. Геймеры. Счастливо. Давай. Удачи. Да, я все тоже отключаюсь. Все какие-то слабенькие. Пошли. Все, давай, пока. Давай, пока. Так, ну что, всем спасибо за стрим. Такие вот дела.